Приплыли. Какие цели преследуют США и НАТО, устраивая внеплановые учения в Черном море? Вашингтон, судя по всему, рассчитывает на то, что натовский кулак не позволит России вмешаться в конфликт на юго-востоке Украины. Могут ли американские корабли спровоцировать военный конфликт? И готова ли Россия к такому развитию событий? Идет постепенное усиление военных отношений государств, которые находится непосредственно близко от Российской Федерации. Только в нашей программе. Доклад аналитического центра РАНД о стратегии действий Североатлантического блока в Черноморском регионе. Активность блока в Черном море резко возросла. Сегодня мы подбираем код доступа к событиям в акватории Черного моря. Код доступа. В четверг в 20:25.